Всем привет, с вами Кейн, и сегодня у меня моя любимая рубрика — это суперконтейнеры. Тут есть и не только суперконтейнеры, также и всякие ивентовые контейнеры, которые повыпадали, но все-таки решил их тоже вставить, поскольку это необычные контейнеры, и в них весьма тоже ценные бывают призы. И вот был недавно стрим по поводу... На нем подняли вопрос по поводу выпадения суперконтейнеров. И якобы после Нового года, 2020-го, суперконтейнеры стали выпадать реже. И у меня в том числе. Потому что уже прошло больше, чем полтора месяца, и ни одного суперконтейнера мне так и не выпало, хотя ежедневно я открываю почти по три суперконтейнера. И ни одного из них не было суперконтейнера. Поэтому, мне кажется, после Нового года, видимо, что-то изменилось, но разработчики об этом не сообщают. Либо же просто мне так дико не везет. Не знаю, с чем связано, но все же мне неприятно. И здесь также есть контейнеры с Морского Братства. Ну, в них тоже как бы не особо ничего такого ценного мне не выпало. Но все же решил вставить. Вдруг кому интересно, что выпадает в этих контейнерах. Все-таки, может, кому-то... было интересно, поэтому вставил это видео. Ну, всем большое спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оценивайте видео, пишите комментарии. И пишите в комментариях, какое видео вы хотели бы увидеть на моем канале. Гайды, видеообзоры. Всем спасибо, всем пока.